«О боже, клиентка пришла и хочет из черного палета стать блондинкой. Как смыть палет?» Да ладно, ребят, давайте будем честными. Технологии красителей ушли далеко, и палет смывается легко. Это один из самых легких продуктов, которые можно убрать. Хотите, я вам скажу, действительно, продукты, которые плохо смываются. Ну, во-первых, капус. Капус – это из профессиональной косметики такой классический продукт, который очень сложно смыть. А второй продукт, которым можно танки красить, это краситель «Рябинушка», который, ну, реально просто жестяк в работе. Вот это сложные красители. А если вы смыть хотите какую-нибудь фару, или вы хотите смыть палет, все элементарно. Гибридный способ можно как порошком, так и без порошка. Существует две технологии. Если вы хотите подробнее узнать, как смыть без порошка и как смыть с порошком гибридно, конечно же, приходите к нам на курсы. У нас есть двухдневные курсы, на которых вы сможете научиться всем технологиям смывки, и у вас никогда не встанет вопрос: «О боже, как это смыть?» Вы будете смывать все легко и сохранять качество структуры волос.